передал? Ты не знаешь. Ну, ты не знаешь. Те, кто знает. А? А те, кто знает, кто это был? А по рэповскому прозвищу? А, ОМОН. А, все понятно. На букву А. На букву А, да. Я про это был, а ты где был? В Нижнем Новгороде. Я тоже обычно погонял, спрашиваю. Про это меня звали как ОМОН, да. Но суть даже не в этом сейчас, в принципе. Как бы. Ну, не в том, что там в РЭТу или не в РЭТу. Потому что мы были, да, мы были в одном месте, нас объединяют какие-то вещи всех. Вот, ну, большую часть. Но как бы то, что мы собираемся здесь, это не потому, что мы были там в РЭТу, например. А потому что мы христиане, не? Аминь. Потому что это не собрание по интересам. Вот. И Бог, Он приготовил нечто большее, чем просто вот людям по интересам собраться, да, там. Миссия церкви в мире вообще, она как бы глобальная на самом деле, да, если мы там задумывались над этим. И начинается это все с таких вот как бы простых, начинается и продолжается, да, как Бог начинает действовать, с таких вот простых собраний верующих, которые собираются искать Бога. И, в принципе, то, что нас побудило собраться однажды в Самаре, это в первую очередь нужно было нам самим, да, потому что мы хотим искать Бога, мы хотим искать Его откровение, мы хотим искать Его воли к тому, чтобы сделать то, что Он запланировал, то, что Он задумал для мира, для человека, в своем спасении, да, в том, что Он хочет открыться многим, которые Его еще не знают. И мы начали собираться, мы начали проводить время в этих собраниях, как бы. И здесь суть не в том, чтобы только собираться или называться там церковью, да, например. Потому что, ну, люди ходят в церковь, приходят, уходят, приходят, уходят. У меня как бы вопрос возникает, и что дальше? Да, есть кто двигается дальше, есть кто идет и несет эту весть, исполняет то порученное Богом, да, что Он предназначил, чтобы Евангелие распространялось. Но также много людей, которые просто приходят в церковь и ходят на работу, и все. Опять приходят в церковь, ходят на работу. А есть те, которые настолько остыли, что они когда-то ощущали в своей жизни прикосновение Бога, получили исцеление, и тем не менее они все равно не приходят сегодня в церковь и не имеют общения с христианами. И это грустно, да? Поэтому мы начали собираться, мы начали приглашать таких людей у себя в Самаре, которые однажды узнали любовь Бога, которые однажды освободились, да, от той проблемы, которая у них была. И они стали приезжать, они стали приходить. Они как проявили интерес к этому на начальном этапе, да, сегодня просто. Потому что они нас знают, потому что мы проводили время, потому что мы знакомы, но для них это может быть каким-то началом. Но в целом, как бы, с чего я хотел начать, да, с того, что вот, оставить такую мысль, что само собрание, оно, из него должно что-то выноситься, и выноситься то откровение Бога, та воля Бога, которая пойдет дальше, чтобы это не было просто собранием, например, и все. И вот с такой целью мы как бы хотим собираться, и, может быть, вот это желание передать тем, кто этого не делает, или просто приходит в церковь, потому что просто уже привык это делать, да, и жизнь, она уже складывается таким образом. Потому что если посмотреть на Библию, как Бог действовал в свое время, даже начиная там с Авраама, как Он его призывал, да, как Он начинал действовать в Египте, да, там менялось социальное положение страны, там пришел другой царь, который не знал Иосифа в Египте. Их сделали рабами, хотя они были свободным народом в то время. И они жили в одном месте, и Бог их выводит, да? Выводит и выводит в пустыню, и ведет в обетованную землю. Но есть время, когда люди собираются, когда он собирает свой народ для чего-то определенного, и потом начинается движение, да.
И если мы посмотрим дальше, то более-менее все так и складывалось. Например, в Деяниях люди уже в Новом Завете собираются вместе, делают собрание на основании обетования, да, того слова, которое Бог сказал, что будете собираться, и Дух Святой сойдет на вас. Да? И происходит что? Они собираются, и дальше Бог начинает действовать. Да? Сошествие Духа Святого. Люди начинают приходить к Богу через это. И церковь начинает наполняться. Это первая церковь, мы видим. Потом начинаются гонения. Люди распространяются. И Евангелие начинает распространяться из-за этих гонений. Потом опять в каком-то месте одном собираются. Да? И там были... И Павел, и другие учителя, когда и Дух Святой сказал, чтобы они были отделены на определенную работу, и они опять уходят и делают какую-то работу. И я вижу, что Бог, у Бога есть время для того, чтобы собираться, да, собрать свой народ и сделать какую-то работу с ним, а потом распространить их, да, по миру с какой-то вестью, да, о том, что Бог живой, о том, что Бог творит, о том, что Бог... Он есть жизнь. И у нас есть такое свидетельство, на самом деле, да, мы имеем такое свидетельство, не каждый человек такое свидетельство имеет. И у нас было время, когда Бог нас собрал, когда Бог нас исцелил. Пришло время, когда Бог нас распространил по разным городам. Да, мы разошлись, но мы знаем, где мы были, мы знаем, кто нам помог. И я... Так вот вижу, что, например, у нас сейчас такое время, что Бог вот нас опять начинает собирать, там в Самаре, да, для того, чтобы сделать опять какую-то определенную работу, да, через это. И вот у Бога есть всему свое время. Он начинает делать собрание, и потом из этого собрания что-то выходит. Либо народ распространяется, да, по лицу земли, там, либо это какие-то отделенные люди. Представляете, что в одной церкви был там... А Павел просто жила церковь, в которой написано, они служили и постились. И оттуда вышел человек, который просто понес Евангелие язычникам, да. И может быть из нашей среды выйдет такой человек с таким посланием, да, с такой миссией. Или еще что-то произойдет. Но суть такова, что Бог собирает свой народ. Люди ищут Бога, люди желают знать Его волю. И Бог начинает действовать, да? Поэтому мы делаем наше собрание там, начали делать, да, и смотрим, как все пойдет дальше, как все будет дальше. Съездили недавно в Москву, вот сегодня приехали к вам тоже. Хотим сделать обычное христианское собрание, где мы будем прославлять Бога, где мы будем искать Его Слово, да, где мы будем просить, чтобы Он нам говорил, чтобы получить откровение, чтобы Он нас направил, да, и мы не имеем каких-то погон или регалий, да, можем так сказать, да, вот, ну, в духовном мире, да, но у нас просто есть желание искать Бога, есть желание, чтобы Он использовал нас так, как Он хочет этого, вот, поэтому и приехали, можно сказать, призвать тоже и вас к этому, там, в своей его церкви сейчас находитесь, да, или вообще ни в какую церковь не ходите, что Бог хочет собирать свой народ, и Он хочет через это собрание начинать действовать, да, и очень важно, чтобы люди собирались не просто потому, что они там знают друг друга, или просто потому, что они ходят в церковь, а чтобы собирались для того, чтобы понять волю Бога, миссию церкви в этом мире, да, что мы должны сделать, как Бог хочет нас использовать. И чтобы появились эти, в этой группе, да, в этом собрании, появились такие готовые сердца, которые Бог смог бы использовать. И чтобы мы увидели Его славу в нашей стране и в других странах. Да. Поэтому давайте просто начнем с того, чтобы поблагодарить Его за то, что мы имеем. Воздать Ему славу за то, что мы имеем. И будем... просить Его, чтобы Он указал нам путь, как нам жить и действовать дальше. Аминь.